Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем тест нового архи, который имеет иммунитет разбросу, станет в рампозоне и с топором. В общем, состав я особо не менял. Сейчас попробуем. Такой вот состав. Так, стрелок. Стрелок. Вопрос по стрелку. Уберем его, поставим обойму крыла. Такого замедления и поставим ведьму сюда. Я уже даже не знаю. Всегда очень рандомно бывает, набивается. Так, ведьма с расколом. Вот такой вот состав. Менять стрелка вместо укротителя тоже смысла нет. А может и есть. Сейчас попробуем такой состав вторым заходом. Попробуем немножко другим, если получится. Так, подпускаем на Фрейю. Только она выпустила, кидаю всех остальных. В принципе, тут можно даже не включать. Вот видите, все-таки станет. И станет рандом на 3 цели. И Фрейя причем всегда практически станется. Попробуем пока такой вариант. Сейчас, может, уберем укротителя. Конечно, мы туда урон порежем и поставим сюда стрелка. Попробуем по-другому со стрелком брать укрота. Так, 2 минуты, что у нас получается. Вот 10 секунд, все так же, то есть никаких изменений по сути нет. Единственное, возможно, то, что огник парализует и не дает ему сработать иногда. Сейчас посмотрим, пока на троечку мы даже не тянем. Будет все-таки попробовать стрелка сюда. Либо же вариант, мне кажется, неплохо должна сюда зайти сердцеедка. Потестирую уже ее на английском сервере. По-любому должны улучшить свой предыдущий результат. Но, как видите, на каждом архе получается мне 10 секунд не хватает. Сейчас 30 секунд, но мы максимум там должны улучшить свой рекорд, не более. Здесь нужен кто-то другой сюда все-таки. Либо же вариант пробовать его уже максимально законтрить, как мы это делали с отражением, но я не знаю, туда по урону или у нас получится такой результат. Не видите, даже меньше получилось, чем 2 8 870. Шестнадцатое место. Сейчас будет у нас 14 место. Так, хорошо. Ну что, попробуем, уберем укротителя. Попробуем поставим сюда стрелка.
как вариант, чтобы уже наверняка знать. Такой вариант. Так, стрелка. Я сейчас проверю, что там на стрелке стоит. Так, ну вроде все нормально, поехали. Сейчас номер два. Будем агрить на огне крыла. По урону уже видно, что не то. Не хватает нам урона однозначно. То есть убирать укрытие, блин, не вариант. Ну, добьем, посмотрим хотя бы сколько максималка. И у нас нету смотрителя. Вот основной минус. Почему мы сейчас много не наберем? У нас получается ведьма с красной, тыква с красной. Все по два получилось у нас. То есть вариант сюда ставить кого-то опять же с красной. Да, все-таки укротитель нужен. Ну, посмотрим, сколько максимально объем. Не видно столько 500, сколько было раньше. Хотя бы два набьем или нет? Там еще ни разу не набьем. Смотрителя нет. То есть такой вариант не катит. Надо однозначно ведьму, тыкву, укротителя оставлять. Надо пробовать кого-то вместо урника. Все-таки, наверное, сердцеедку попробуем в дополнение. Либо же вариант агрить на тыковку. Что-то как-то там непонятно, сколько раз там было. Сейчас посмотрим по урону. Ну, один только убили одного. Даже до двух не дошли. Два ровно. Вот так вот. Без смотрителя. В принципе, тоже где-то приблизительно. Но, как видите, разница очень большая. Так. Пушки не пособирал. Смотрим, может, карта еще выпадет. Успеем. Не падает вот карта. Давайте еще разок. Надо, нет. Ну, не знаю. Вариант убрать. Где там наша цветка? Ну, у меня здесь не вкачана. Она зеленой фракции. Она получится у нас вместе со стрелком 2. М-м-м.
Афинка с этой тоже не будет бафа. Так, ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Укротитель крит, тыква крит. Стрелок, сердцеедка. Да, получится, у нас не будет критового бафа. Уже не вариант. Фиг его знает. Надо будет попробовать еще вариант. Попробовать полностью с максимальным замедлением. Может, там получится не замедлением, а станом. Такой еще вариант. Но больше я не знаю. Либо же пробовать с другим смотрителем. Может, он спасет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.